Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на каналах Нейроведьмы. Время коротких раскладов, время блиц-интервью, да, с Вселенной, и она будет отвечать нам на вопросы четко, лаконично, по существу, да, как, допустим, на наших экспресс-раскладах мы это делаем, но только вот трактовать буду я, и оператором буду я, и оператором, и трактовщиком. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. И вопрос, который мы сегодня с вами задаем Вселенной, звучит следующим образом. Ну что же, сияние души, да, светлая сторона, работая на год Таро. Кстати, у меня прям две колоды, как лежат. Шаман Мистик, соответственно, да. И, собственно, год Таро, да, красивые... Красивые вайбы. Ну, для кого-то из нас видит шутом, прям большим ребенком. И это светлая сторона. Как меня сейчас интересно видит колода, как вашего оператора. Ну, что, точно императрица-то перевернутая? Давайте меня перевернем, это уже другая позиция. Да? Ладно, я просто немножечко это в физически нересурсном состоянии, так-то нормально все. Но мы-то с вами как-то на прямых позициях работаем. Не переживайте. Зеленый, оранжевый, полосатый, светлая часть, светлая сторона моей души, сияние моей души. Чего хорошего там? Во мне люди-то видят. Есть во мне хотя бы что-то хорошее. Выбирайте камень, и мы отправимся в страну. Не знаю, что. Чествование, наверное, ваших прекрасных сторон. Ну что, я вас приветствую, единички. Привет. Что-то у нас на дне колоды. Как вы сами считаете, ваша светлая сторона какая? Карта смерти, трансформация, умение меняться, умение подстраиваться под окружающий мир, умение возрождаться, да. То есть, короче, бессменный цикл. Умение принимать себя, там, не знаю, в любых состояниях, в любом возрасте, в любом качестве тела, да. Трансформацию, умение отпускать ненужное, это вы так думаете, да. А что же, собственно, Вселенная-то видит вас, как свет вашей души? Здесь очень много света, здесь очень много света, и он теплый, и это те огонечки, которые притягивают к вам таких же светлых людей, да, такие же светлые души. Да? Восьмерка огня, восьмерка жезлов, да, смотри, карта такая достаточно мощная, здесь и, собственно, и такая панда с синяками под глазами, соответственно, и абсолютно гармоничная девушка там на этой панде, вот, и сейчас еще подсказку вам возьму. В этом все. Боже, еще девятка воды. Девятка чаш. Вот, знаете, ощущение, что в свете своей души вы как дома. Вы ее знаете, вы ее любите, вы чувствуете, понимаете ее миссию. И знаете, свет вашей души, он же еще и в оптимизме. И с вами пообщаешься, и как-то хорошо становится. И ты понимаешь, а что это я, да? Потому что вот оно ощущение наполненности, вот оно ощущение ресурса, вот оно ощущение радости. Вы действительно несете ощущение радости, да? И люди, скорее всего, вас любят за то, какие они рядом с вами. Потому что вы приносите изменения, вы приносите возрождение какого-то цикла, может быть, поэтому вы видите в себе энергии смерти. Вот. Но это радостные изменения, это изменение роста, это изменение, знаете, цветения, когда из бутона наконец-то уже, то есть вот финальный, знаете, вот вы приходите тогда, когда уже, знаете, как тронуть, как, не знаю, волшебной палочкой, может быть, как фея, да, этот бутон, и он распускается, соответственно, да. Или вот этот прекрасный момент, когда любимое чадо открывает глаза новому дню, понимаете, вот вы вот это вот, не знаю, на перекрестке вот этих миров, понимаете, стоите, вы про пробуждение, это красиво очень, про рассвет вы больше, чем про закаты. Очень много мне про вас говорят, здесь вас очень любят. Ну, хватит про вас. Девочки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Мне хочется посмотреть, как же вы сами видите свет своей души,
знаете, у меня такой камин-аут, я люблю работать на эти темы, я люблю работать с этими колодами, что-то мне прям нравится, прям про свет, свет, свет. Свет, 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 свет. Как вы сами видите, да, свет своей души. Ну, вы считаете, что у вас очень много любви, что любят вас и взрослые, и дети, и животные даже любят. И, может быть, коты и собаки бродячие подходят на улицу, потому что знают, что вы их не обидите, да? Кого-то погладите, кого-то накормите. И старики, потому что знают, что они там какую-то поддержку могут от вас получить. Вот вы считаете, на самом деле, что сила вашей души – это любовь и очень много. Но мы посмотрим, в чем же, собственно, светлая часть вашей души со стороны Вселенной, да? Может быть, вы чего-то не замечаете, не понимаете. Как Вселенная видит, да, свет вашей души. Так красиво, потому что четверка мечей. Потому что вот есть ощущение, действительно, что, может быть, вы не с планеты Земля. И что вот ваш вот этот вибрационный уровень, который вы должны достигнуть, да, соответственно, эволюционный при, ну, проживании жизни, да, он действительно сильно выше земного. И вот эта вот часть, вот вы как будто выше, вы как будто выше земной жизни. Да, четверка воздуха, да, четверка мечей, да, ощущение, возможно, какого-то разочарования, да, ощущение того, что, может быть, те ожидания, они не исполнятся, да, или какие-то мечты, соответственно, не исполнятся. Но в этом есть свет. Свет, потому что вы в этом не отчаиваетесь, понимаете, вы продолжаете нести любовь. Вы продолжаете нести любовь. Даже, собственно, тем, кто в ваши истины не верит. Даже тем, кто вам не верит, вы продолжаете нести. Вот как что-то высшее, как какой-то такой, знаете, источник мощи, сознания и силы, который вы, может быть, даже не до конца понимаете. Такое прям интересное ченнелинговое послание вам. Троечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Так, напоминаю, что мы смотрим свет вашей души. Свет вашей души. Знаешь, что новенькие придут? Но мне что-то прям так удивительно вообще, что они придут. Дорожку, что ли, красную выкатить. Кто-то новенький прям придет на третий вариант. Прям увидит себя, услышит. А, хорошо. Так тому и быть, всем. Вселенная нам. Да ужас, взаимно. Как вы сами видите свет своей души? Вы себя видите каким-то, знаете, проводником в новую жизнь. У вас еще похожи эти энергии с первым вариантом. Поэтому можете посмотреть, может быть, там вам больше отзовется. Вы как проповедник, не знаю, новой жизни, может быть, с новой миссией. Вообще здесь как бы карта зов, да. Может быть, вы действительно про то, чтобы помогать людям, открывать глаза, смотреть по-другому на какие-то ситуации. Вы так видите. Вы так видите, но как будто вам не дают служить в этой миссии, да. Или вы боитесь стать на этот путь просветительства, да. Боитесь стать. Боитесь стать. А вас это очень сильно тянет. Вас туда, на самом деле, очень сильно тянет. А вот вам почему-то кажется, что вам туда не надо. Вы этого боитесь очень. Вы свою истинную миссию боитесь. Хорошо. Как же свет вашей души видит высшие силы и Вселенной, в частности, сейчас? Ну, вы жемчужина. Вы определенно жемчужина в этой жизни, душа ваша жемчужина. И посмотрите, какой бережно несет морской конек. Вполне возможно, это ваши хранители. Может быть, вы вам свойственно, да, вот эта стихия. И обратите внимание, раковина у нас, мои прекрасные, не закрытая. То есть эта жемчужина уже проявлена. Она вызрела, поэтому душа может быть мудрая даже, да? Она вызрела вот в этой вот очень теплой стихии, да? В этой теплой стихии она уже созрела.
Ну, вы ребеночек такой, знаете, на самом деле ребеночек прям. Посмотрите, ребеночек. И вот когда за вами наблюдают, то вот прям действительно сожалеют, что, может быть, определенные испытания пришлись на вашу жизнь. То есть есть какие-то, смотрите, воспоминания, которые, может быть, даже не очень связаны с земным воплощением, и вот вы прям тоскуете. И говорите, может быть, забери меня домой, да? Потому что я себя не чувствую, это жемчужная, но очень сильно хочется. Но очень сильно хочется. Ну, посмотрите, мать держит светильник рядом с вами. Мать, это мудрая мать, посмотрите, держит лампаду рядом с вами, держит светильник рядом с вами. Освещаю ваш путь. Вот это ваша путеводная звезда. Мало того, что вот обратите внимание, что вы жемчужина, и вас несет этот конек, соответственно, да. У вас есть определенный путь, и есть определенная миссия. И вам прям подсвечивает этот путь. Вы даже не ножками смотрите, идете, вас прям несут. Вы как будто к этому привыкли, понимаете? Вы действительно к этому привыкли. Очень высокие доступы. Угу. Очень высокие доступы. Но ощущение, знаете, какой-то прям мгновенной кармы. Начинаете злоупотреблять знаниями. И как-то это прям вас жестко, да? В трансформации. Очень жестко. Заигрываться нельзя вообще по третьим вариантам. Нельзя, потому что очень жесткая кармическая ответка идет. Вот такое было послание для вашей души по третьему варианту. Поэтому будьте осторожны, потому что душа с высокими доступами, знаете, несет больше ответственности, да, за то, что там тело делает в этой жизни. Ладно, такая была интересная позиция для третьего варианта. А с вами была я, ваша нейроведьма.